Джан, знаешь? Ага. Саме кайф, говорит, ловит. А куш так, он опиш Гаплана, сын двукратного чемпиона Балканского вилаята. А по матери кто он идет? По матери чемпион Гаплана, сын Лачир. Обе сторон одна линия инбридинг? Да. А возраст какой его? Возраст 2,5 года. 2,5 года. Вот в предыдущем сезоне он только начнет драться. Да. Но я его снимал еще, он щенком был. Находимся мы в Марийской области, Мургаб. Более 1000 километров я проехал. Чуть не подох в дороге. 9 часов сидячий образ жизни. Притравочный видел, да, он? Да. Когда да. Последний раз бился он? Же, наверное, полтора месяца, наверное, прошло. Месяца полтора. Он хорошо все эти удары держит. Да. Да, четко держит. Терпение имеешь в виду? Терпение, да, конкретно. Угу. Потом начинает. И по матери, и по отцовской линии. Да. Такие эти есть, да. Навыки. Сейчас у него линька идет. Да, сейчас у всех она идет. Да. Ничего страшного. Мы недавно его помыли хорошо. Вот здесь в арыке или нет? Нет. А. Здесь вот. Под краном? Да, под краном. И сейчас только расчесываем его, угу. Витаминчики даем. Все. Все прошло. А ты его вес, рост, наверное, не знаешь, да? Нет, пока. Он как с Балкана ко мне пришел, ага. Он подтянулся, он здоровенький был, он не ел. Но да. Вот только сейчас он привык теперь ко мне, ага. Вот теперь кушать начал хорошо. Он даже когда грязные эти, посуду, которую да. Даем мы, есть. Угу. Вот если грязная, он не кушает. Чистая вода, да, пресная, хорошая, вкусная вода. Всегда течет, да, чистый. Угу. Мы там почистили. Рыбок нету там? Рыбки есть. Есть? Да. Ловят? Да, да. Вчера, когда воды мало было, здесь да. С этими сетями ходили. А? Куш много. А то ты пишешь, как план. Балкан, какие чемпионы? Балкан. А, о. Видите, ты чемпионы план. Видели, лачен. Байрамас. А у байрамалин не мети, не моля да. И кем байрамалин он, моло? Я ну Балкан, да, на каде. Молодец, почему? Ну батра, а да, у него же, он белый мели, это батир. А ты видел, я его уже снимал еще, сколько ему было? Не видел, ты не видел, я его снимал. Я как? Почти 2 года прошло, как у Батыра я был. Да. Он там маленький был тогда. Угу. 4-5 месяцев было. Ну, хорошо дерется. Все, давай до следующего. У тебя еще один же есть кабель. Да, да. Все, давай до него дойдем. Сейчас я его покушу. Молодец, молодец. Гаджар 1,5 года. Так, по линии поверху кто он идет по отцу? По отцу он без зада сын. 2021 года чемпион Марийского вилаята. Да. По матери он финал линии. Это Альбертская линия. Да, по да? Черному Якимену. Да, да, да. Он очень дерзкий. На этого, на соперника сразу бросается. Да. Несмотря на молодость, да, угу. Ему 1,5 года. Он спокойно, 2,5 года, если собака будет, спокойно он сможет драться. Да. Он красавчик. Он Акуш тоже загрызает. Акуш себя разрыл там. Да, у него тоже вот линия. Но собака здоровая. Так, Гаджар, кличка его что означает? Гаджар это имя птицы. Да. Эта птица очень... Дерзкая, да? Дерзкая. Да. Вот из-за этого, чтобы он дерзким был, мы его так назвали, с Ахмедом.
хозяин без ада, он мне подарил его. Хороший. Лежит, лежит, все берет на себя, потом уже начинает. Да. Вот так. Гаджар. Гаджар. Ду-д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 у. Хорош, 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 хорош. Нет, Акуш. Хорош. Гаджар, молодец, Гаджар. Акуш в натуре ревнует, да? Они, вот я скажу, каждый 10-15, ну почти, каждый раунд они вдвоем дрались. Никакого звука, как будто не мы дерутся. Очень сильно дрались они. Я потом убрал их, чтобы травм много было. А то ноги, все, лицо, конкретно они травмировали тебе. Молодец, 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 молодец. Он у тебя щенком, щенком взял его? Да, да, 4 месяца было. Угу. У него задние ноги спортивные, очень стойкие. Да. Он когда маленький был такой, такие ноги были у него. И грудь тоже вот. Настоящий бойцов. Да. А так этот, как его, ты с ним прогулки, все как положено. Да, да, да. А то вот некоторые просто думают на цепи, значит, все думают целый день. Он так приходит. У меня еще этот те же. Братишки есть. Да. Он мне помогает, да. Да. Корми. Корми, не корми, ты его едой не купишь никогда, например, да? Нет. Если он чувствует, что ты его любишь, неважно там. Вот, 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 да. Вот никаких проблем. Нет. Да, да, да. Он доверие. Конечно. Есть. Узнает, что доверие. Конечно. Все. Как ты к нему будешь относиться, то ты и будешь получать. Да, да, да. Все, добро, удачи ему. Давай. Гаджар. Молодец, молодец. Давай, 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 давай. Вес, рост тоже не знаем, да, мы его? Он, наверное, сейчас 78-79 рост есть. А вес сейчас 60, наверное, 65, вот так есть, наверное. 60 есть 100%. Да, он еще пище делает. Йылдызхан, сын чемпиона Мари 2014 года, 9 лет ему. Кабель в очень плохом состоянии, но достойный. Снять его обязательно нужно. Сейчас в данный момент идет лечение. Он еще, ты говоришь, поправился, более-менее в себя приходит, да, сейчас на данный момент? Бог даст, через месяц я его видео отправлю. Давай, давай, обязательно. Он просто, наверное, сейчас гастрит, наверное, тоже. Он сейчас молоко, все, яички там полезны. Йылдыз. Гель, Йылдыз. Амалия, накаляй, да? Получается, он по линии старого Йолбарса, однопометник. Упиш Гаплана, двукратного чемпиона Балканского вилаята. Также сводный брат по отцу Бейбарса идет. У них отец один с Бейбарсом, чемпионом Мары 2018 года. Йылдыз. А, это его дочка, давай ее сюда. Это прямой потомок. Да. Кабель просто шикарный, но вид у него, конечно, сейчас. Ну, собака достойная. Поэтому гордимся, когда они в шикарном состоянии, будем и гордиться, когда они немножко в ином состоянии. Ну, поправится собака. Поправится? Да, да. Да, будем. Йылдыз. Смотреть. Рядом вода есть. Когда рядом вода есть, да. Они у них и этот аппетит тоже. Да, да. Бывает. Ему сколько? 9 лет полных? Почти 9. Конкретно его цифру, дату не знаешь рождения? Вот он. Ему в этом, в январе 8 исполнилось. В январе 8 было? Да. Йылдыз. Под 9, да. Йылдыз.
Когда он был на пике, он просто в шикарный кабель. Вот сейчас он конкретно голова бейбарсовская у него. Да, да. Конкретно похож на бейбарса. Да, да. Я надеюсь, у нас также будет возможность доехать и до бейбарса. Бейбарсу сейчас 8, да, получается, у них год разница? Нет, полтора должно быть. Полтора? Почти два, да. Значит, ему 8-й год бейбарсу. Да, да, 8-й. Да. Ну, заряжен не по сей день, би. Йылдызхан. Давай, давай, что, дочку сюда, где она? Батя! Батя! Йылдыз. Батя! Кетра Амалияны! А вот она, его дочурка Амалия. С какой у нее возраст? Яшнячи, сколько ей? Ей сейчас 2 месяца нет. Так, получается, она... Месяца, да? Да, по отцу она идет, по матери она идет Симба. Да, чемпион Либаба был, чемпион Туркмении 15-го года. Да, да. Симба, в свою очередь, абориген. Да, да. Очень сильный кабель взял Бофсера. Чемпион РТК в свое время, это Симба. И многих чемпионов взял, приезжал в Ашхабад, в столицу бился с многими чемпионами. Амалия? Бейбарсовские. А уже бейбарс. Бейбарс, да, постарался. Красиво, да, Аня? Стало четко, как по заказу. А как ее аденями для мопа? Так, она идет по финалу, ты говоришь? Да, да. Финал линии. Альберт черный кименетик крови. Так, по щенки, отец их не бейбарс. Чемпион Мары 2018 года. Ой, Галим, вот это Рагнар, вот он. Самый зверский. Вот этот вот? Да, я видел тоже. Отправь, как он дерется. Так, а этот, смотри, ладно, кто здесь кабели, кто суки, кто здесь? Все кабелиане. Все кабели? Все кабели. Семь кабелей. Сам зерский из них. Он, вот, это Горкут его зовут. Вот это Горкут? Да. Ладно, на русском что это Горкут? Горкут это наш потомок. Да. Наш потомок, который, этот, как сказать, ну, мудрый человек. Да, мудрец. Да, мудрец, да, наш. По истории Туркмении, да? Да, а вот этот Рагнар что означает? Рагнар это... Викинг. Это... Викинг? Да, дядя Рахим просто викинг, Рагнар есть же. Он просто Рагнар такой дерзкий себя так... Фильм викинг, да, или что? Викинг есть. Викинг. Фильм, да, викинги с моря, что ли? Ты молодец. Да, в главном поля. Молодец. Это за это Рагнара назвали. Эй, бесик, бесик. Элер, бесик, кир. Ладно, ты мне скажи, что на продажу здесь есть или нет для жителей Туркмении, если вдруг, кому, может, кому надо будет, что? Да, если вдруг конкретно вот поставить номер, да? Все, номер я дам, да. Потом. А так я сами договоритесь. Для своих пацанов, да. Чтобы раздать, да, в Мурдаде. Да. Эту линию, чтобы не пропало, угу. Чтобы
много было. Бейбарс — это легенда, можно сказать, Туркменистана, потому что его сын, да. Бейбарс сын, сейчас в Туркменистане среди молодых кобелей чемпион Гаплан. Да. Вот он чемпионом стал. Да, я знаю. Не, он как чемпионом стал? Получается, он дошел до финала. Да, со своим одна линия собака его должен был быть соперник. И получается, они у одного владельца. И он чемпионом сделал у Пешгоплана сына, насколько я знаю, да? Все, а так, да, боя не было, ничего, но так как они у одного владельца, владелец имеет право. Внуки чемпиона Гаплана. Да. Гаплан, кстати, самый покойный Мари Гаплан. Да, это опять же доказывает, что чемпион Гаплан линия, да, самый лучший линия. Сильная, сильная, да, линия. Сильная, да. Так, а ей сколько лет? Ей почти 4 года. 4 года. Да. Это вот это. Второй живот ее, да? По второй помет ее, да. Да. А этот, смотри, сколько щенкам сейчас по возрасту? Полтора месяца. Даже не это, не полтора. Месяц, 10 дней. Угу. Только... Это они вот так с нее все высосали, да? Да, она сейчас куда? Да. Теперь ее этот... Мы раздадим эти... Да, да, ну да, что уже еще... И 2-3 штуки останутся с матери. И все. А то они алабайчики, блин. Хорошо это? И маму сейчас посылают. Но это естественный процесс, без этого никак. Да. По-любому исхудает. Без этого никак и никуда. Но кобелям мы рыбий жир, да. Пальцы, все вот это даем. Яичко, молока. Да. Но молоко я, например, не советую. Я лучше считаю, надо кефир давать, либо творог. Да. Молоко после 3 месяцев собака не переваривает. Да. А вот рыбий жир — это вещь. Да, рыбий жир. Рыбий жир — это отличная вещь. Особенно во время линьки. Да. Ну все, в общем, короче, номер оставлю я. В описании будет. Я же ли? Короче, викинги смотришь, да ты? Викинг. Все правильно. Да. Смотри, что он делает, огрызается на тебя.